связи с нововведениями в правилах дорожного движения об обязательном использовании пешеходами светоотражающих элементов, сотрудники госавтоинспекции Ленинского района провели обучающий урок для юных пешеходов. Местом проведения акции «Засветись» был выбран детский лагерь «Салют» в поселке Володарского. В актовом зале лагеря собрались порядка 100 детей в возрасте от 12 до 15 лет. Очень хорошая аудитория, добрая. Воспринимали живо все это, активно принимали участие вот в сегодняшнем нашем мероприятии. С удовольствием работала аудитория, которая, ну, как бы зрителями являлась, и те ребята, которые непосредственно принимали участие в конкурсах. Тяжело убедить детей в важности соблюдения ПДД. В таком возрасте они еще не понимают, к чему может привести беспечность на дороге. Но госавтоинспекторы разработали для себя специальную программу профилактической работы с молодежью. В ходе урока детям был продемонстрирован достаточно шокирующий фильм о последствиях несоблюдения правил на дороге, как со стороны водителей, так и пешеходов. Также была проведена игра на знание правил дорожного движения и показаны обучающие мультфильмы. Нам очень приятно, что нас выбрали и наших детей выбрали для такого живого общения. Потому что знать о том, что есть правила дорожного движения, видеть машины, конечно, мечтать ее купить – это одно. А вживую общаться с людьми, которые отвечают за эту самую безопасность – это совсем другое. По отзывам подростков, урок им понравился, и они вынесли из него много важного для себя. Надо следить за дорогой, чтобы машин поблизости не было. И если есть, лучше пропустить. Даже если пешеход, лучше пропустить машину. Неизвестно, что затормозит, не затормозит. И лучше, если машины нет, тогда перейти дорогу. А если, конечно же, есть, лучше я постою, подожду, когда она проедет. В завершении мероприятия инспекторы ГИБДД предложили выключить освещение в зале и выйти школьникам на сцену, чтобы сделать фото с фликерами в руках. Ребята наглядно убедились, как ярко фликеры способны отражаться при попадании на них света. Теперь, имея в своем арсенале клеящиеся на одежду фликеры и фликер-браслеты, они могут спокойно передвигаться по городу в темное время суток. Юлия Погосян, Евгений Петров, Екатерина Чернышова, Видное ТВ.